Меня зовут Карина, мне исполнилось 12 лет, а не 13. Хочу обратиться к взрослым, типа умным и грамотным, которые создали канал и обсуждают нас, детей. Сегодня показали этот канал и комментарии. Я была просто в ужасе, то, что они, не зная ситуации, обсуждают то, что их не касается. Тление волос не должно вас никак волновать. Не надо обсуждать моего брата и мою сестру. И вы вообще не имеете права обсуждать малолетних детей. Я хочу к вам обратиться с просьбой, чтобы вы мне помогли найти хозяйку данного движения. И мы на них обратились в прокуратуру с жалобой. Неизвестна фамилия ее особенного ребенка. Гришин Николай. Он учится в 3 классе, 14 лет. Если судить по тетради, то он числится в интернате. Такой жестокости от взрослых я не ожидала, которая обсуждает малолетних детей.